Автопробегом по Платону решили ударить водители в Дагестане. Дальнобойщики проехали по дороге из Махачкалы в город Манас, выразив таким необычным образом свое несогласие с введением платы за взятие платы с больших грузов. Кстати, акция была согласована с местными властями, ну а по словам очевидцев, в автопробеге приняли участие около 200 автомобилей. Не только фуры здесь были, но и обычные легковушки. За порядком на акции следили 130 сотрудников Росгвардии. Как считают специалисты, участники акции пытаются добиться полной отмены сборов за пользование федеральными трассами. Они, напомню, идут на поддержание инфраструктуры и ремонт дорог. Многие дальнобойщики до введения Платона просто игнорировали любые подобные сборы. Thank you.